Надо его снять сейчас с камнем, запарковаться на каком-нибудь более-менее адекватном месте и понять, что у него случилось. Как его спустить? Давай решим. Он с грузом. Я жду для того, чтобы всех разгрузить. Давай решим, его лодка с питером или что, или лебедка, потому что этот проб, веревка, она пружинит, ее не поднимет. Да, он пружинит. Он сидит там плотником. Давай попробуем. Только ты выйди на камень, встань и тоже подталкивай. Качай влево, вправо. Ну а что теперь? Вот такое вот у нас случается, когда с разгону, не высадив пассажиров, не разгрузив лодку, голые торчащие камни. Да держим, давай. Давай перемотай, ребят. Слушай, может за лебедкой сходить, да вытащить его прямо на берег. Ну давай еще тяни. Виталь, ты подтяни. Да я не могу. Ага, два. Да, еще. Давай! Выбирай! Заклинило рулевую, что-то там сломало. Сейчас будем разбираться. Так, ну давай смотреть, что у тебя с рулевым там. Плющить ее, я прямо сколачиваю вот на эту вот.